Мы всегда говорим о том, что происходит в Украине, в США и так далее. Мы должны говорить о том, что происходит в России, да? О нищих людях в России, о нарушении прав человека в России, о коррупции в России. Это исправлять, чтобы русские люди жили лучше. Жили хотя бы не как в Америке, так еще не получится очень долго, но хотя бы как в Польше, как в Финляндии. Вот в бездуховной Финляндии уже есть, безусловно, основной доход. Пенсионер может ездить бесплатно в Польше, да, и так далее. Как-то вы говорите, это, в Польше люди лучше живут. Вы давно в Польше были? Да, в Польше. Недавно. Очень хорошо живут. И что там у них как? Знаете, замечательно живут. Действительно, чисто, красиво. Нет, вот как у нас в Омске, таких мест, где нельзя пройти без лодки. Пройти в Омске без лодки. Давно вы были? В Омске, ну, ведь я ведь... В таком пиджачке в Омске ездят, да, это да, точно. В таком пиджачке только в бездуховной Европе можно ходить. Вот, а в Омске, конечно, нет. Ну, это экстремальный туризм. Я пока... Экстремальный туризм, это тоже, наверное, интересно. Но вот пока я не поклонник этого.